Друзья мои, очередная нарезка. Всем добрый вечер. Значит, что такое? Я не понял. У кого есть вопросы, конкретно задавайте их в комментариях, что вас больше всего волнует в нашем с вами магазине. Например, покажите мне то-то, то-то, то-то. И мы такие, пожалуйста. Далее. Ля, друзья, а шо не хотите такой очаровательный пылесос? Шо? Шо не надо, что ли? Гляди, все практически в идеале. Тут максимально, гля, чистенько, аккуратненько. Здесь фильтр стоит, там фильтр стоит. Ты шо, 4К всего лишь. Неужели это дешево? А я не знаю. Если надо, вы подкорректируете цены, да набросьте на магазин пару сотен сверху на хорошую работу данного пыльника. А что такое? Со всех сторон, он молодец, видели? И там, и тут, ты что? Если хотите. Далее. Ладно, начну с конца. А что? Долго он будет стоять? Я не понял. Это очаровательный сервис 12-персонный. Цена всего лишь 19 косарей. Да, друзья, а что такое, я не понял. Вопросы у кого-то? Все, пришли молча, взяли, короче, и пошли. Далее, это ГДР. А куда же пропала Анжела? Мы ждем подтверждения, нужны или нет. Срочно, припадочно нужно дать ответ. А как вы хотели? Она либо здесь, либо на полке брони. А что такое? Далее. Друзья мои, ну что, льняные, вот это остаток остался. Если хотите, если успеете, конечно, то я чисто вот по блату могу, конечно, придержать их по 400 рублей каждая. Поняли? А если не успеете, то есть у нас вот такие полотна льняные по 185 рублей за погон. Сами будете шить, поняли? А кто это целую сюда перекинул? Ах ты ж, сюда вот так вот, поняли? Глянь, вот их раз, два, три, четыре, пять всего осталось. Остальное это куски, поняли? Вот так вот, далее. Светлана! Долго ж я искал эту жатку. Это ж надо было положить на то место, где оно изначально лежало, а я ж не знал. Только шо нашел? Все ложим на полочку брони. А раньше надо было. Раньше, понимаете? А так вот и ля, валяется. А я и забыл. А раз бы кто-то купил. И чтоб потом было. Лишние вопросы задавали бы, да? А что такое? Все, далее. Да несу я, несу, не кипятитесь. Светлана, полочка брони. Опа, все это ваше. Вот такое. А шо, не надо вот это? Хорошее, новое, 50 рублей штучка. Такие раз на флигель поставили, наружка, короче, поняли? Далее. Стаканы не нужны, да? Посмотрите, они ж очаровательные. Полностью такое все красиво, гламурное. Тоненькие, легенькие, хорошенькие. Обычные стаканы, что по 200 грамм, походу. По 40 рублей за штучку. Их всего в наличии 9, если хотите. Сколько хотите, хоть одну, хоть 5, хоть 10. Шо? А 10 нет. Ну ничего страшного. Далее. А что такое? А? Такое уже не надо? Мы же сказали всего 5000. За весь кусок, не за половину. Надо? Ну так возьмите, поторгуйтесь. А что такое? Он же доисторический. 18 век. Наверное. Мы, короче, сначала хотели игрушки сложить, а потом взяли и резко передумали. Оставили цену 40 рублей за штучку. Может, кто-то зайдет и что-то приобретет. Поняли? Ольга, знаете, что это? Ничего не напоминает? Белый налет по краям был. Вот это все. Это таз. Это ваш красный таз, который вы забронировали. Все, что осталось. Анжела, вот это да.
Зеленая большая, правильно? Все, на полке бронь, короче. А что, сумка вот такая не нужна? Хорошая, саквояжная, ля. Туда-сюда, гуся можно сюда положить, запечь в нем. Взяли, ля, сумка хорошая ж. Что такая? Она размягчает, когда потеплеет. У нас просто дубарь, так что имейте в виду, все будет максимально в ажуре. Поняли? Все, далее. А что, мишка нужен? Хороший, большой мишка. Коля, где-то если его на ноги поставить, то где-то 50 сантиметров в высоту. Я вам его чисто вот так вот по-человечески 200 рублей, поняли? Фу, ушел, короче, белый медведь. Друзья мои, скоро, совсем скоро, 12-персонник будет на обзоре вот такой вот для чисто конкретный Минск. Ну поняли, короче, белорусский фарфоровый завод в Минске. Клеймо, все дела, он чайно-кофейный будет одновременно. Легкий, приятный, уютный максимально. Да, ожидаем. Поняли? Далее. А шо, козырять-то нечем. Ля, идешь как по пустому вспаханному полю. Одна линейка только и осталась. Шо, короче. Бестолочь, Василь. Ну а шо? Шо, если вы хотели бы, я бы оставил для вас эту печечку. А так все, Анжела забрала. Поняли? Такие дела. Одумайтесь, друзья мои. Бак вас ждет. 3 косаря всего лишь. Но с каждым днем все цена выше и выше. Она мысленно так выше. Но к концу января 4К. Поняли? Вот такие дела. Ты глянь, а здесь мы мусор копим. В пакетах, поняли? С газеткой. Анжела, миска надо? Шикарная, красивая. Вы брали такую. Ну, не миску только, поняли? Но если понравится, я вам чисто ее вот так вот за 5 рублей задарю. Поняли? Вот такие дела. Ну, а что? Может, кому-то надо? Я постараюсь предложить. Друзья мои, керамическая, короче, внутрянка. Пластиковая наружка. 40 рублей поставил. Чисто для вас, поняли? Если хотите. А чё? Ну, как хотите. Не, ну особо выбора немного. Поняли? Ля, полки вообще тут пустые. Ну, это такая часть, которая максимально сократилась, и мы тут всю пяточком вроде как набили. Все остальное практически уже освобождено, поняли? Вот такие вот дела, друзья. Кто не знает, где мы находимся, зайдите в описание к данному ролику. Почитайте всю подробную информацию именно там. И дальше действуйте по строго указанному назначению. А что я сейчас сказал? Идиот. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. И обязательно поставьте лайк, друзья мои. Всем пока.